Всем привет, ребята! Сегодняшний ролик будет заключен, что мы поиграем в Edge of 2 игру. У нас давненько не было этой игры, и я хочу ее поиграть. У нас были растения вблизи зомби и история некроманта каждый раз. Но сейчас мы поиграем новенькую игру. Наверное, вам это растение вблизи зомби и некроманта надоели. Так. Сюда. Как вы помните, мы уже добрались до... Прошли 4 босса. И сегодня пройдем вот этого и этого босса. Потом этого, вот этот, который закрыт, и вот этого. Вот этот самый страшнейший. Так. Заходим. Включаем режимчик. Чтобы вы были крутые очень. И вот такие вам запахли. Вот, он на коне, ну это круто, на коне, ну чисто на коне, стой, если он на коне, то мы сейчас против него кони поставим, вот, на, держите коня, ха-ха-ха, это он только в другом стиле, да, этот конь, вы видите, как он размахивается топором, он топором так сильно размахивается, вы видели, он прям до пола просто. Этот супер конь. Ну, давай, люди на коняхок. Ой, вам чуть-чуть не поплатилось. Мы делаем вот так. Нет, я хочу... Один конь мой остался, давай. Мой конёшек. Пум! Минус. На колени. На. Просто победа так. О. Эй-эй-эй. Моего коня убили. А сейчас мы просто его вытащим. На, получите. Получите. Просто получите. На. На. Получи, просто. Вот этот маленький жучек, вот, еще вот этого выпустим. Во, посмотрите, это скелетрон. Нет, это вообще, во, это ноги железные. Нет, я не знаю, как его можно назвать. Ног Келесный мы его будем называть. Здесь вообще названия написаны? Да, вот. Сейчас я его прочитаю. Вот этот получается... Атака, смотрите, какие... Этого зовут... Вот, ну, короче, забей. Так, вот этого зовут... Вот, ой. Вот этого зовут... Ой, сейчас. Вот этого... То есть, вот этого фракция, значит, он сильный убивает. Вот смотрите, внизу... Смотрите, здесь по 200, да? И там просто начинаются какие-то штучки. А вот здесь... Ну, короче... Нет, зачем я босса выпустил? У меня же еще есть кто-то. Они атаковали нашу башню, да? Ох, вы хитрюки, я босса вам вытащил. Ну все, вам конец реально будет. Потому что это наш босс, который никого не победит. Который всех победит ваш. Вот, спотайтесь против робота, посмотрим. Он копьем свои, он копьем только краску меняет. О, краску стирает. Копьем только краску стирает. Больше ничего не делает. Он даже не пробьет моего робота. Это же мой робот. А мой робот не сломать.
Вот копьи. У них лошадка! Давай, лошадка! Лошадка вышла! Надо было робота все-таки не ставить. Я хотела лошадку против лошадки поставить. Пока. Он в базу свою упал. Понял? Базу упал, он спрятался. Чувак, следующий раз вот этот. Чего-то он такой смешной. Так он тоже на лошадке. Он начинает с этой фракции. Фракция. Я хочу начать вот с этой фракции полюбас. Все, я нажимаю всех. С этой фракции. Вот волк мой. За 400 вот этого пацана. Давай, мой волчик. Похрадка. Похру. У них пох. Пох. Ой-ой-ой-ой-ой. Мой волк. Давай. Получи по них. Моего волка завалили. Во, лошадка против лошадки. Ну, а просто моего лошадку убить. Смотри, здесь миссия приходит. Но. Вот, тикла, мушка, ми-ми-ми. На, вот я ускорил момент. Мой волк, когда ускоренный, вообще круто работает. Ну все, минус мой. Сейчас начнется у нас атака. Это атака. Лошадку попал. Прямо. Вы видели? Прямо лошадку полностью. Сейчас начнется у нас другая атака. Атака маленьких людей. Вот. Вон она. Вот, выходите, пацаны. Они так строят. Ладно, дадим ему форточку маленькую. На. Все, форточку ему даем вот этим пацанам. Все, я добавляю защиту. И вот. Победа. Ну скажите просто, что победа у нас. Скажите просто, что у нас победа. Что с ним? Вот это. И вот. Вот это у нас класс. Это у нас просто вот такие способности есть, которые легко побеждаются. Давай еще один луч супер. Сколько у нас лошадок, интересно. Да почему наши лошадки не побеждают всех лошадок? Стой. Я сейчас прокачаю наших лошадок. Стой, сейчас прокачаем. Сейчас прокачаем мы. Да почему наши не побеждают? Ну все. Босс выходит из башни. Со скоростью света бежит, чтобы помочь своим сыновьям. Ну все. Бах. Ну. На. Ну все, лошадка вышла! Давай,
Порежь нашему боссу что-нибудь. А ты можешь просто убежать? Во-первых, убежать и атаковать сторонку по ногам. Типа, бежишь, 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 и сразу атакуешь. Вот эта лошадка может так сделать? Она тоже в башню упала. Ребят. Ну все, ребята, на этом мы закончим наш ролик. В следующем ролике мы пройдем вот этого босса и вот этого босса. Но на этом мы закончим наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!